Всем привет! Сегодня решила сделать небольшое видео, анонс о продукте, который будет тестироваться моей мамой, так как это антивозрастная сыворотка. Ее я, можно сказать, получила бесплатно, выбрав именно ее для того, чтобы сделать в дальнейшем полноразмерный такой обзор и рассказать. То есть сыворотка мне предоставилась абсолютно бесплатно Центром здоровья кожи, всем известный сайт Farm Cosmetics, где я часто беру обычно аптечные варианты уходовых средств за лицом и телом. Вот. И в этот раз они объявили конкурс от французской компании. Не знаю, как правильно прочитать. А вот именно золотая серия, это серия антивозрастная, то есть уже для кожи после, наверное, 45 или 50 лет даже. Вот, и вчера я сделала заказ, сегодня приехал курьер и привез вот такое вот средство. Конечно, мама будет пользоваться, но я думаю, месяц. От месяца до трех, чтобы уже потом сделать достаточно подробный рассказ, во-первых, с ее слов, потому что она будет рассказывать все свои ощущения, как она чувствует данную сыворотку на лице, как она работает. Ну и, конечно, внешне, потому что даже хочу сделать несколько снимков до и после. Я их, конечно, не буду размещать, но чтобы потом сравнить, вот. А самое интересное, значит, сразу хочу показать, значит, на упаковке. На упаковке написано на русском языке, как его применять, и очень интересный активный компонент. Значит, это полный противовозрастной уход, обновляет, восстанавливает и защищает. Инновация от экспертов данной марки. Это масляная сыворотка, которая имеет необыкновенно шелковистую текстуру и оказывает комплексное противовозрастное действие на кожу. Уникальный комплекс на основе сосновых экстрактов, то есть экстракты сосновых коры, масло семян сосны, экстракт сосновых игл, обладает мощным противовозрастным эффектом. Проникая глубоко в кожу, он обеспечивает ее интенсивную регенерацию, защиту и восстанавливает. Глубокие морщины разглаживаются, а кожа выглядит молодой, ну, не молодой, а здоровой, ухоженной и сияющей. В общем, нужно применять утром и вечером перед использованием дневного крема. И по 3 капли наносить массажными движениями. Вот. И самое интересное, когда я открыла, а упаковка была не запечатана, вот в таком виде, как она есть. Очень интересная упаковка. Здесь внутри есть схема, как нужно использовать. Дальше идут описания на других иностранных языках. И вот такой валик, на котором стоит сама сыворотка. Очень интересная вот такая вот с пипеточной системой. Видно, что такая золотого цвета аромат есть. Я просто хочу в маленьком таком виде, 5-минутном, сделать небольшой обзор по первым впечатлениям, по упаковке, а дальше уже потом рассказывать именно о ее функциях. И, конечно же, работает она или не работает, и стоит ли ее покупать. Значит, на сайте она сейчас стоит 2500 рублей. Это со скидкой, так она стоит около 3. Здесь 30 мл, пипеточная система. И самое, что интересное, аромат данной сыворотки нежный, легкий такой, даже доносился еще до того, как я открыла упаковку. Попробовала я нанести одну капельку на руку и попробовать хотя бы по консистенции, как она впитается, какой аромат у нее. Ну, в общем, аромат есть, запах, конечно, есть. Он не сильный, но приятный. Конечно, пахнет не сосной, абсолютно не сосной. Вот. И быстро, моментально впитался. Кожа приобрела такой ухоженный. Я сравнивала одну руку и вторую, вот нанесла вот на этот участок и сравнивала.
моментально впитался, что меня очень порадовало. То есть думаю, что она достаточно, хоть и маслянистая текстура у нее, но она очень быстро впитывается. Конечно, надо ее наносить на очищающую кожу лица после хорошо очищенного очищающих средств. Вот, под дневной крем, под ночной крем. В общем, я так думаю, раз здесь 30 мл, то месяца на 3, а то и на полгода, конечно, хватит. Но пока мы, грубо говоря, мама будет тестировать это средство на себе, я не рискую и не буду даже пробовать, потому что у меня есть свои сыворотки. У меня сейчас уход, который я сама себе недавно приобрела. Это уход от компании Sisley. Но об этом будет чуть позже. Вот. Ну, в данном видео я хотела именно рассказать, что вот в дальнейшем, в будущем будет вот такой вот отзыв за средства, которые я, можно сказать, выбрала. И выбрав меня, компания предоставила мне его на обзор. Будет очень интересно попробовать. В дальнейшем обязательно расскажу и про свой уход, потому что я сейчас активно им пользуюсь, и про уход, который будет у моей мамы. Но это даже не целый уход, хотя бы одна сыворотка, потому что дневной и ночной крем у нее другой марки, и очищение происходит другими средствами. Поэтому сыворотка, конечно, может быть, и будет работать в комплексе чаще всего. Вот. Ну, в общем, мы посмотрим. В данной марке есть 3 линейки. Я так подразумеваю, что это по 3 разных возраста. То есть молодая, где-то кожа после 25, а потом после 35 и после 45. Вот, мне кажется, так как-то распределяется. Там есть, можно собрать полностью уход. В общем, посмотрите, марка французская. Вот так вот называется. Не хочу коверкать название. Так что ждите в будущем интересных видео. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.